А 14-летний Павел Жучев из Удера, один из героев проекта «Спасти ребенка», идет на поправку. Прошло больше месяца после пересадки костного мозга в российской детской клинической больнице. И, как нам рассказала мама, сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении. Примечательно, что Павел имеет возможность учиться прямо в клинике. 15 октября предстоит сдать анализ, после которого станет известно, как приживается донорская часть. И тогда, быть может, удастся вернуться домой. Разумеется, еще неоднократно придется ездить в федеральную клинику на обследование. Да и лечение долгое. А юноше из Благоева мы рассказывали в июле. Неравнодушные люди дали ему надежду на здоровое будущее.